Выбор сюжетов не случайен. Когда в 2006-м, приехав из Украины, Михаил Киба поселился в Сочи, то был поражен живописными долинами рек Мацеста, Сочи, Мзымта, Змейка. Красота гор нашла отражение в мотивах окрестностей Красной Поляны и горы Ахун. Слово «вечность» мастер ассоциирует с природой, которую понимает как колыбель жизни. Я пытаюсь просто эти мгновения остановить, запечатлеть, сделать их значимыми, запоминаемыми и, в принципе, показать зрителям, чтобы они тоже получили те же позитивные эмоции, которые я получил от общения с природой и при работе над произведениями. На выставке представлены и пейзажи Днепра. Таким образом затронута историческая родина живописца. Кроме того, Михаил Киба – художник-монументалист, дизайнер. Его работа – это интерьер римско-католического храма в Харькове, вестибюль корпуса Центрального клинического санатория имени Дзержинского. С 2008 года автор активно участвует в городских и региональных выставках. «Золотая кисть Сочи», «Молодые художники Сочи», «Художники Юга России за чистую воду». Персональная выставка Михаила Кибы в музее Островского будет работать до 11 мая.